Добрый вечер, друзья. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Сборная команда Ингушетии по боксу завоевала 10 медалей на межрегиональном турнире по боксу «Золотая осень». Соревнования проходили с 24 по 27 октября в Ессентуках и собрали более 230 боксеров из разных краев, округов и республик. Победителями турнира в составе сборной Ингушетии стали Ислам Барзиев, Самир Ахильгов, Абубакар Газдиев и Хамзат Газгиреев. Серебряные медали выиграли Ибрагим Дарсигов, Абубакар Саидов, Абдулмалик Ахильгов, Хамзат Сычоев, Ибрагим Арцханов, Джабраил Чахкиев. В номинации «Лучший боксер турнира» кубком был отмечен Ислам Барзиев. За волю к победе кубок получил Хамзат Казгреев и Ибрагим Дарсигов. Алихан Паланкоев стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе «Олимпийские надежды». Турнир проходил среди юношей до 18 лет в Карачаево-Черкесской республике. В состязании приняли участие более 270 юных спортсменов из более чем 20 регионов страны. Они спаривали лидерство в 11 весовых категориях. Алихан завоевал золотую медаль в весовой категории до 42 кг и путевку на юношеское первенство страны 2025. Соревнования проходили с 26 по 27 октября во Дворце спорта «Олимп». Зелимхан Чаниев, победитель всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти мастера спорта России Ахмеда Жилетижева в Нальчике весовой категории до 57 кг. Серебро завоевал Анзор Чаниев весовой категории до 65 кг. На коврах спортивного комплекса «Гладиатор» за награды мемориала Жилетижева в 10 весовых категориях боролись из 17 регионов России. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.